Никита. Осенние ботинки. Заказала подружке. Ее же поснимаю. Стоит брендирование Софитина прямо здесь. Кожа такая сама по себе мягкая, но при этом тверже, чем остальные. За защиту я их обожаю. Размер 40. Я надеюсь, что мы не ошиблись. Очень надеюсь. Уже не помню, какой у Кати размер. Что, реально? Все может быть. В любом случае, смотрите по размерной таблице. Я, если что-то, уточню. Итак, здесь шнуровка. Хорошее качество, это мне нравится. Подошву. Сами можете оценить. Такая. Взять и сделать бабах. Ой, слушайте, это замки с двух сторон. Блин, последнее время я прям заценила. Я не знаю, в чем прикол, но когда я прихожу домой, у меня каждый раз есть такие ботинки тоже с двух сторон. И я с одной стороны расстегну, потом с другой, а потом надеваю какие-нибудь третьи ботинки, такие... Блин, неудобно снимать. Знаете, когда пришел домой уставший, хочется быстрее скинуть все с себя, там и вступают в роль капризы. Внутри есть тончайший легкий мех. Такой весьма весенний вариант. Или на легкую осень. Здесь по качеству все хорошо. Очень аккуратно. Присматриваю здесь. В целом, все тоже так. Кате они, конечно, классно подойдут по стилю. Это именно у Кати я учусь реггетону. Я думаю, что мы еще даже сможем запустить совместный проект. Я вообще мечтаю об этом. Так что, уговорите ее чуть потанцевать в них, а?